постараюсь быть краткой, но мне очень важно это сказать. Остальные еще добегут, вот, можно пока пить, потом типа я закончу, можно будет есть, да. В программе нашего сегодняшнего мероприятия. Мама кушать не дает! Я сначала послала. Мама, дай кушать! Я уроки сделал! Люблю вас. Смотрите, да, то есть, типа, что мы делаем? Мы, у нас сегодня есть три задачи. Первое, это встретиться, отпраздновать, что мы это провели, мы это сделали, ребята. То есть мы справились, и это было офигенно, да? Второе, очень важно, то есть, типа, вас услышать и послушать, и это сейчас есть возможность. Слушайте, послушайте про процесс организации, район колонн, проезда общей колонны. Какие, может быть, были факапы и пожелания, потому что, то есть, я была не в процессе, я не видела. То есть я на велодень 5-й год не езжу, да, то есть, типа, мне очень важно услышать. Мне очень важно всех поблагодарить, потому что велодень – это праздник, который делает велосипедист для велосипедистов. В этом году было особо сложно, потому что вот этот вот факап по пятницу днем, когда полиция говорит, типа, нет. Вот, я уже прошла все высшие станции, я позвонила замначальнику, который решает. Может быть, это из-за моего личного конфликта с начальником киевской полиции, которая не любит велосипедистов. Мы приезжали к ним, говорили, типа, ну, представьте, что делать, они нас поставили. Они не разрешали ехать детям в колонию. Они не согласовывали распоряжение. Ладно, это про проблемы, да, то есть, типа, тут я хочу сказать, все молодцы, все справились, и это главное, да, потому что, то есть, типа, самое страшное, что может случиться. Ну да, я знаю. Смакота! Мы справились. Не надо меня снимать. Я об этом думал, но я решил, что это вот. У нас будет политическая партия. Желаю, чтобы все люди, кому это болит, но каждый может стоять в пробке. Но не каждый может его победить. Есть ли в этом смысл, если ты можешь перемещаться намного комфортнее? Потому что город все-таки имеет какие-то границы, и
не всегда их можно расширить. А, я уже получил, да? За третье место победитель получает красные носки, за второе зеленые и за первое бафик. Можно менять, не договоритесь. А, баллы, угаданная песня, либо правильно названная. Кто первый этот балл, типа того, кто получает конфеты Шалена. Шалена Бдилка и мои прекрасные ассистенты. Разносит и дает вам конфеты. У кого будет больше всего конфет, тот побеждает. А можно шоколадку? Есть правила какие? Я немного, но блин. А кто первый называет название? Это может по руке? Нас очень много. Потому что выкрикивать будут все, как ты потом баллы распределяешь. И кто первый кричит, кто первый поднял руку? И попрошу, зид разгую, щоб не спал. Я пойду в далекие горы. Тот получает бафик, либо носки. У нас тут три, даже пять, если мы не щедро. А если мы конфеты сразу будем есть? Бафики надо сохранять. Обертки идут. Надо только название песни, еще исполнитель. Название песни исполнитель — это Full House. Нет, если кто-то называет типа название песни, а кто-то другой называет название песни исполнителя, значит он получает конфету. Типа делится пополам. А ну, короче, мы это делаем для того, чтобы нам было весело, да? А уже весело? Поехали, начинаем отгадывать. Тихо! Не слышу! Заколебал ты! Я первый сказал! Конфетка! Моя конфетка! Заколебал ты! Заберите у него телефон! Что знакомое? Закрой рот! Кто сказал первый сегодня? Я! Я! Саладис! Я настраивал, ну ладно. Анти, скажи, что шазамить нельзя! Ты не успеешь! Успеваешь! Он успел! Погнали дальше! Ну уже две! You are a woman, bad boy is blue! What in talking? Ой, Bad Boy is Blue. Да. На. Божья коровка. Вечер снова ждет тебя, другой. Любовь у нас с тобой. А что делать с ней? Собирать, коллекционировать. А, типа, у кого больше... Да-да-да. Людям с телефона в руках конфеты не давать. Бритни Спирс. Нет. Садись, два. Кристина Агилера. Агилерыч, да. Финийный батл. Все, что играется на гитаре, здесь лучше не включать. Она была. Это было две дуны. Это Меладзе Дун. И я еще сказал Меладзе. Осталось ты! Я тебя нарисовал! Да! Девушка моя мечты! Ира!
кричали тут, блин. Правда, название песни, но... Элтон Джон! Да! Элтон Джон! Песня! Просто все кричали, да? Элтон Джон! Ну ты все знаешь! Нас не хочет! Вторые! Да вы сейчас! Касабланка! Ну, СМП. Там кто-то первый. Касабланка, Валита, это Марай Керри. Нет. Да. И Пресняков младший. Я буду помнить. Кира первая. Нет. В мире животных. Рио Мариконе. Считайте конфеты, считайте конфеты. Подходите к нашему независимому жюри. Так а что считать еще? Что остальным считать, если победитель очевидно? 50. Его да. Да? Ребята, вы не скидывались вместе, нет? Да! Ни разу! Найс. Украли идею у меня. Простите.
Прости, пожалуйста. Ну ладно.